Благодаря какому устройству врачи могут дистанционно диагностировать заболевания, в чем преимущество робота-массажиста перед человеком и как почувствовать эффект невесомости в домашних условиях, расскажет инспектор Гаджет. В современных реалиях не всегда удается попасть на прием к врачу, поэтому все большую популярность набирает дистанционная медицина. Чтобы облегчить общение с доктором, израильская компания Taita разработала прибор для удаленной диагностики больного. Taita Home – универсальный гаджет, оснащенный мощной камерой, термометром, отоскопом для осмотра ушей, депрессором языка и стетоскопом для прослушивания сердца и легких. Во время измерения данные поступают на небольшой цифровой экран устройства, а также в программу видеоконференции с доктором. Благодаря этому специалист может дистанционно поставить диагноз и выписать лечение, а пациенту при этом не придется проводить часы в очередях. Несмотря на все преимущества гаджета, позволить себе его сможет не каждый. Стоимость прибора начинается от 55 тысяч рублей. На международной выставке потребительской электроники CES калифорнийская компания Message Robotics представила автономного массажного робота со встроенным искусственным интеллектом. Разработчики уверены, что их изобретение гораздо лучше справляется со своими задачами, чем обычный массажист. Робот никогда не устает, его прикосновения максимально приближены к человеческим, а клиент находится в полной безопасности. Устройство оснащено двумя роботизированными руками и понимает пользователя буквально с полуслова, так как движение и сила прикосновений регулируется с помощью голосового управления. Массажный робот появится в продаже во втором квартале 2022 года, но его стоимость пока неизвестна. Продолжая тему комфорта и домашнего сервиса, инспектор гаджета расскажет о новинке компании Starpool. Итальянские инженеры создали кровать с эффектом невесомости Zero Body. В ее основе подогреваемый водяной матрас, лежа на котором человеку кажется, будто он плывет. Находясь в таком состоянии, тело прекращает регулировать температуру и испытывать действие силы тяжести. А чтобы полностью оградиться от внешних раздражителей, создатели Zero Body советуют во время отдыха слушать через наушники специальные композиции для медитации. Чудо-кровать уже можно приобрести, однако ее цена слегка кусается – порядка 800 тысяч рублей.